Всем привет! Я в гараже и снова видео про багажник на крышу авто. Основные болты на лапах заржавели в ходе эксплуатации. И я их хочу поменять на болты из нержавеющей стали. Купил 4 штуки болтов М8. Гайка, шайба, болт. Из инструментов у меня шуруповерт с головкой на 13, ключ рожковый на 13. ВДшка, она мне точно понадобится на пассажирской стороне. Там я давно не откручивал болты, а только с водительской стороны ослаблял лапы. Побрызгаю ВДшку на болты и дам постоять несколько минут. Итак, пробуем открутить шуруповертом. Не получается. Гайка крутится вместе с пластиковой муфтой. Или как она там называется. Руками ее не удержать, поэтому буду использовать плоскогубцы. Зажал, открутилась. Тут все ржавое. Производитель использует при сборке багажника оцинкованные метизы, и они со временем ржавеют. Багажник используется на открытом воздухе, а там и дождь, и снег, и туман, и слуш летит от других машин. И вся эта влага, естественно, попадает на багажник. Сейчас надо протереть от ржавчины паз под гайку, чтобы новые метизы были чище. Вкладываем гайку, болт с шайбой и закручиваем лапу. Я купил более длинные болты, чем штатные на багажнике, потому что других не было из нержавейки. Купил 80-е по длине, на багажнике 70-е, но вполне подойдут и 60-е. Резать болгаркой новые болты я не стал, так как они не мешают особо, и смысла в этом я не вижу, чтобы их укорачивать. Сейчас поменяю второй болт с водительской стороны. Второй поменял. С каждой стороны, помимо основных болтов, есть еще и болт под шестигранник, фиксирующий стойку на рейке. И болт М6, регулирующий лапу относительно крыши авто. Но их один раз выставил под размер авто и все. Дальше пользуешься только болтами на лапах. В общем, со стороны пассажира пришлось срезать болты. Закрепил вот так вот двумя стяжками лапу, чтобы она не болталась. И головку болта срезал болгаркой. ВДшка не помогла, и открутить я их не смог. Срезал и второй болт. Еще горячий, дымится. Я и трещоткой пробовал, и рожковым пробовал. С водительской стороны относительно нормально открутились, а с пассажирской ну прям никак. И молоток, и плоскогубцы, и ВДшка ничего не помогло. Снимать не стал, как спиливал болты, так как неудобно было и пилить, и снимать одновременно. Помогла только болгарка. Вот так выглядит багажник с новыми болтами. Видно следы
от диска, от болгарки. Откручивается очень легко. Закручиваю я багажник шуруповертом на максимальной трещотке со значением 20 в моем метабо. Ну, надеюсь, кому-то пригодится данное видео. Всем спасибо за просмотр.